считать, что вот такие точки на кривых запрещены. То есть нас интересует вот какая-то такая гладкая кривая. Причем, давайте мы будем интересоваться сейчас даже не одной кривой, а двумя. То есть, есть первая кривая и есть вторая. Например, вот такая. На кривой, например, возможен вот такой участок. Запросто. Единственное, что все должно быть гладко. Что у нас запрещено? Например, запрещена такая штука, когда касательная. Почему? Потому что чуть-чуть продеформировав вот эту кривую, вы получите другую картинку, которая у нас уже разрешена. Вот такую. Или вы получите другую картинку, которая у нас тоже разрешена. Такую. Но вот так вот, чтобы чуть-чуть это запрещено. И вообще, когда вы можете чуть-чуть продеформировать нашу картинку, и, что называется, она изменится, вот это нельзя. Такие ситуации будем считать неправильными. То, что называется кривые общего положения. Ну, например, как вы считаете, возможно ли разрешить касание этих кривых? Или нет? Нет. Почему нет? Потому что чуть-чуть подвинув, вы получите ситуацию, когда они не касаются. Или наоборот, ситуацию, когда они касаются. Понимаете, да? То есть, если я чуть-чуть так вот сделаю, и они перестали касаться, это пожалуйста. Если я чуть-чуть так сделаю, и они пересекутся, это тоже пожалуйста. Но вот общего положения. Вот представьте себе, у вас есть одна кривая, и представьте себе, у вас есть другая кривая. Итак, вот эта ситуация запрещена. Эта ситуация запрещена, потому что чуть-чуть подвинув, вы добиваетесь пересечения, или чуть-чуть подвинув, вы получаете наоборот отсутствие пересечения. Так, ну давайте, например, я нарисую случай, когда пересечение есть. Вот две, что называется, абсолютно любые кривые. Нас будет интересовать количество внешних касательных. Что такое внешнее касательное? Вот, смотрите, раз. Это ситуация, когда одна кривая и другая кривая, все именно вот это вот у нас, первая кривая, это вторая, касаются с одной и той же стороны, да? Давайте посмотрим на этой картинке, сколько всего внешних касательных. Вы согласны, что такая есть? Наверное, согласны. И такая касательная есть, правда? Вторая. Так, что еще можно придумать, именно чтобы это была внешняя касательная? Ну, конечно, вот так, правда? Это уже третья прямая. Дальше. Вот так вот это четвертая. Скажите, пожалуйста, еще есть? Как вы считаете? Еще есть какие-то прямые, которые касаются одновременно двух кривых и вот на этой картинке? Ну, я не вижу. Да? Ну, хорошо, я не вижу. Так, давайте, это будет у нас картинка А. Количество внешних касательных равно 4. Так, теперь давайте смотреть. А сколько же внутренних касательных? Внутренняя у вас одна прямая касается прямой с одной стороны, а другая касается с другой стороны. Вот это такая касательная точно существует. Точно так же вот такая существует. Вторая. Вопрос. Еще внутренние касательные есть или нет? Чтобы прямая касалась обеих кривых, но в точке касания они были бы с разной стороны. Есть или нет? Я тоже не вижу. Ну хорошо. Значит, давайте напишем сюда 2. Так, давайте, значит, это будем писать.
представить внешнее касание, да? Внешнее. А это внутреннее. Это внутреннее. Ну что еще есть у кривых? На самом деле, число, которое гораздо быстрее посчитать, чем вот эти самые касания. Ну, конечно, прежде всего, точка пересечения. Согласны? Это уж точно нужно. На нашей картинке их две. Давайте количество точек пересечения будем обозначать количество точек пересечения двух кривых. Заметьте, не в самопересечение, а пересечение первой и второй кривых. Прошу вас быстро заполнить таблицу. Они будут совсем простые. Итак, пункт Б. Это две окружности, не пересекающие друг друга. Пункт В. Это две окружности, одна из которых лежит внутри другой. Пункт К. Это две окружности, которые пересекаются. Я понимаю, что все легко, но все-таки давайте договоримся, мы это запомним, да? Вот. Теперь пункт D. Представьте себе, что у нас есть восьмерка и окружности. Пункт E. У нас есть восьмерка и вот такая вот окружность. И восьмерка и вот такая окружность. Так, что нам еще имеет смысл посмотреть? Ну, почти восьмерка, но вот такая бывает. Да? Такая закругленная восьмерка. И окружность. Господа, пожалуйста, заполните эту таблицу. Потом мы, естественно, проверим, чтобы вы гордились собой. Ребята, сегодня я вам рассказываю задачу. На основании замечательной книжки Табачникова и Фукса. Это оба живут уже в Америке, как и вообще многие из нашей страны талантливые люди уже уехали. Вот. Но они замечательно. Фукс, он постарше. Лично я с ним никогда не общался. С Табачниковым, наоборот, я довольно много общался, когда он еще в Москве жил. Вот. Так что, в общем, это вполне себе наши современники. Ну, уже совсем взрослые люди, но вполне себе замечательные. Вот. И они написали книжку. Давайте-ка я прочитаю. Называется «Математический дивертисмент. 30 лекций по классической математике. Перевод с английского Львовского». Мы же переживут, они уже в Америке, поэтому они сначала книжку написали на английском. Но это не вполне правда, потому что они ее написали на основе статей журнала «Квант», а статьи журнала «Квант» они писали по-русски. Поэтому все-таки история такая. Сначала они написали статьи по-русски, потом они переехали в Америку, там они их чуть-чуть изменили, подредактировали, усовершенствовали, и, соответственно, получилась эта книжка. А теперь внимание! Читаем для кого? Значительная часть обсуждаемого материала не содержится в стандартных школьных учебниках, но, тем не менее, входит в минимум знаний, необходимых каждому математику. Проще говоря, ребята, это не для маленьких, понимаете? Это не для маленьких, это вполне себе книжка для старшеклассников, для студентов, вполне себе, что называется, да? И тут есть лекция о плоских кривых, и там рассказано о теореме Фабрициуса-Герге. Теорема доказана в 1962 году. Так сядь поближе. Вот зачем ты там всегда садишься, если тебя реально не видно? Ну подойди, посмотри, ну быстрее только. Смотрите, у него всегда борется школьная гордость. Я должен показать учителям, что мне они глубоко безразличны, поэтому я должен сесть, да, с любопытством. А что же там на доске написано? В результате он садится далеко, но периодически подбегает к доске, чтобы посмотреть. Это замечательная вещь у школьника, да? Вот, замечательно.
касательно. Сколько здесь? Две. Две. Давайте рисовать внешние касательные вот этими сплошными линиями, а внутренние касательные пунктирами. 2-2, да. 2-2-0. 2-2-0. Отлично. Но все нули. Замечательно. Это вообще прелесть. Просто все нули. 2-0-2. Так. 2-0-2. Это вот здесь. Давайте посмотрим, почему. Потому что вот они две касательные, а, собственно, внутренних действительно нет. 2-0-2. Так, я напоминаю, обозначения будут такие. Это число, давайте обозначать t плюс. Это число обозначаем t минус, а это d. Обозначение немножко странное. Но для того, чтобы кто из вас захочет посмотреть в книжке Табачникова и Фукса, чтобы у вас обозначения были такие же. У них вот это обозначено так. Т – это первая буква слова касательное. Так, ну что, здесь… 2-2-0. Смотрите. Раз. Два. Так. Три. Правда? Александр Васильевич, это не могло случайно получиться, что есть касательное из точки около точки пересечения восьмерки? Отсюда? Вот, нет, чуть ниже. Отсюда? Да, вот отсюда. Вот, смотри, здесь же они так вот идут. Как они туда зайдут? Нет, как у меня нарисовано, действительно, 2-2-0. Хорошо. Какие есть внешние касательные? Одна такая, вторая такая, еще что-нибудь есть? Есть третья, вот такого типа, который я говорил на предыдущего примера. Такого? Ну вот берете точку ниже и левее, чем точка пересечения восьмерки с собой. Здесь? Да. Нет, еще чуть-чуть ниже. А, вот такая, да? Да. Такая внешняя касательная действительно есть. И внутренняя есть еще. Внутренний потом. Внешние касательные еще есть? Да. Есть. А именно? Вертикальная. Да. Вот такая? Да. Она касается одной и той же прямой, так нельзя? Нет, там есть скругленная. А еще есть окно прямо? Да. Нет, с другой стороны. Ну, с какого места? Покажите. Покажите уже. Это внутреннее. С одной стороны это, с другой это. Да, давайте все-таки уже, наверное, пора рисовать внутреннее, да? Внутренняя касательная вот такая. Раз. Правильно? Внутренняя касательная такая. Еще что-нибудь есть? Есть. Где? Нет. Как показывать мне? Нету. Все хорошо. Я не вижу. Я не вижу. Итак, 3, 1, а точек пересечения сколько? 2. 2. 3, 1, 2. Хорошо, пошли на пункт Ё. Раз внешнее касательное. Раз, два. Там зеркальное. 3, 4. Еще есть внешнее касательное? Нет. Я не вижу. Так, а внутренние? Их нет. А внутренних вообще нет. Слушайте, интересно. 4, 0, 4. Д, Т минусиковое, Т плюсиковое. Раз касательное, два касательное. И не очень очевидные еще есть. Какие? Когда идет из как раз таки, это нам, как сказать, жалоба, идет. Такая? Нет. Такая? Есть, конечно. Да, но это не так. Из, как сказать, там, где было бы... Пальцы покажи. Пальцы покажите, пожалуйста. Это не касательно. Нет, у меня здесь достаточно... Вы говорите, что могло быть вот так, да? Могло. Ну давайте нарисуем вот такой нос. Пусть будет. Понятно, да?
тогда будет вот такая вот внутренняя касательная. Хорошо, такая внутренняя касательная, но заодно появилась и внешняя. Видите? Так, давайте так. Там еще есть одна внешняя. Внешняя какая? Ну, вы смотрите, низ носа и низ окружности. Низ носа и низ окружности? Да, есть. Нет, не собственно, все. Ну, четыре внешних, четыре внутренних. Раз, все хорошо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Вот так не должно быть в моей науке. Мы где-то посеяли одну внутреннюю касательную. Господа. Что? Там не шея, верхушка шейки, там еще одна внутренняя. Точно. Смотрите, верхушка шейки и пошло вот сюда. Увидели? Все, спасибо. Ну вот вы усовершенствовали наш рисунок. Я хотел попроще. Но вы сделали. Итак, 4-4-0. Господа, пожалуйста, смотрите на эту таблицу. Скажите, пожалуйста, какое есть соотношение в каждом столбце? Совсем простое. На эти числа. Нет, почему сечет? Сома сечет. А другое еще лучше. Есть некоторое равенство, которое удовлетворяет эти числа. Вот когда вы берете столбец 4, 4, 0, 4, 0, 4, 3, 1, 2. Первое число равно сумме второго и будет. Ну, проще говоря, сумма вот этих двух. Да, это Т. Отлично. Т плюсиковое. Если вы вычисляете, это Т минусиковое плюс Т. Вот это вот число, это сумма этих двух. Вот это так. Это так для любых двух замкнутых кривых общего положения. Согласитесь, закон потрясающе простой. Да. Закон потрясающе простой. Что мешало древним грекам его знать? А может, не его знали? А вот не знали. Нет, ребят, это на самом деле хорошая, конечно, идея, а может быть, они это сделали и никому не рассказали, да? А может быть, у нас есть такой секретный ученый, который все знает, который все умеет, но он никому не расскажет, да? И он умеет за 5 копеек сделать тонну, я не знаю, там чего-нибудь вкусного, но никогда не делает, да? Ну, ребят, если вы что-то умеете, но никогда не делаете, это на самом деле то же самое, что не умеете, да? В науке ценятся только опубликованные. Если вы там про себя что-то такое подумали, ну это, конечно, замечательный факт вашей биографии, но не более того, это человечество не интересует. Важно, что вы рассказали другим, что вы опубликовали. Так вот, это соотношение я сейчас докажу. И оказывается, что доказательство потрясающе простое. То есть вы не думайте, я не ошибся кружком. У меня, что называется, на малом мехмате с 12 часов самый простой кружок. Так вот, я не ошибся. Действительно, на самом простом кружке мы должны разобрать эту теорему. Она очень простая. Для того, чтобы это сделать, мне потребуется вот буквально чуть-чуть идеи из физики. Господа, что бывает, если какое-то тело двигалось, ну, например, по окружности, а потом с этой траектории его отпустили, и дальше оно предоставлено само себе? Все знают, как это называется в физике? Совершенно верно. Движение по инерции. И Галилео Галилей, замечательный флорентийский великий ученый, сформулировал какое правило? Что если тело не испытывает никаких внешних воздействий, да, оно будет двигаться, да, по прямой с постоянной скоростью. Это все знают? Это называется касательная траектория. То есть в каждой точке кривой, когда у вас есть абсолютно любая кривая, у вас есть вот такая штучка. Называется касательная. Вектор касательный. И когда вы движетесь по кривой, то в каждый момент времени скорость направлена по касательной. Ну, даже, наверное, можно проще объяснить. Люди, которые не профессиональные туристы, когда идут в поход,
берут с собой мобильный телефон и говорят, что надо будет посветить в мобильном телефоне. Кто хоть чуть-чуть опытнее, берет с собой фонарик и несет его в руке и перед собой светит. Кто еще опытнее, что делает в обязательном порядке? Да, во-первых, берет несколько фонариков, это да, чтобы на всякий случай, чтобы уж точно, да. Вот. Но где у него фонарик? Где? На лбу, конечно. Потому что это крайне неудобно весь день идти и нести в руках фонарик. У вас реально занята рука. Обычно делают так. На лоб, ну, разными способами, крепится фонарик, и человек идет и перед собой светит. Понятно? Особенно рабочие, бывают даже такие каски с уже вмонтированным туда фонариком. Поняли, о чем я говорю? Так вот, а давайте договоримся, что будем двигаться по кривой, ну, и светить фонарик. А вот отсюда фонарик будет светить, ну и так далее. То есть в каждой точке проведем касательный луч. Обратите внимание, не касательную прямую, а касательный луч. Понятно, что когда у нас есть две кривые, то мы можем по вкусу выбрать одну из них. И поэтому вот в начальной ситуации просто берем совершенно произвольную кривую на плоскости, двигаем ее, когда-то она коснется одной из прямых. Можно считать, что именно одну, да, если пошевелить чуть прямую. Так вот, давайте в этой точке поставим, значит, включим фонарик и побежим по кривой. И будем подсчитывать количество точек пересечения. Поняли, о чем я говорю? Да. Количество точек пересечения. Ну, эти картины совсем простые, поэтому, надеюсь, их могу стереть. Давайте я буду показывать это, например, вот на этом примере. Смотрите, начали отсюда, луч светит сюда. Что происходит? Заново, Алексей. Ноль пересечений. Заново. А? Про луч, можно? Начали отсюда, луч светит сюда, ноль пересечений. Ноль пересечений, ноль пересечений, ноль пересечений. А здесь что произойдет? Как только есть внешнее касательное, то при переходе через эту точку было 0, а стало 2. Ребята, при переходе через вот этот момент, когда у вас есть внешнее касательное, количество точек пересечения увеличивается на сколько? На 2. Замечательно. Две точки пересечения. А дальше вот интересно, пересечение кривой на что-нибудь влияет? Вот здесь вот пересекало в двух местах, а здесь дальше опять пересекает в двух местах. Нет. Точки самопересечения первой кривой нам мало интересно. То есть в этот момент пропадает, они так сливаются, но потом они опять расходятся. Замечательно. А вот дальше интересный момент. Что происходит, когда мы дошли сюда? Только что были две точки пересечения, а они исчезли. Ребята, когда мы проходим через внутреннюю касательную, количество точек уменьшается на 2. Ну и потом 0,0,0. Единственное, вы должны были сейчас заметить, какие касательные у меня, что называется, сработали, а какие касательные у меня не сработали. Смотрите, я начал вот с этого места. Светил сюда. Это касательное не работало, что называется, да, потому что мы стояли спиной к той точке. Потом поворачивали. Вот это внешнее касательное сработало. Она дала увеличение на 2. Дальше мы поворачивали. И вот это внешнее касательное тоже сработало. А это, между прочим, так никогда и не сработало, потому что когда мы приходили на точку, мы смотрели туда, а не назад. Господа, если мы будем следить за количеством точек пересечения, то очень важно понимать, что часть касательных, что называется, сработают, это там, когда вы смотрите в нужном направлении. А для некоторых касательных вы будете смотреть, и ничего не сработает. Вначале у вас было 0 точек пересечения, в конце точек пересечения, когда вы сделаете полный оборот, тоже 0.
Да, еще все понимают, что вообще-то это не обязательно была окружность. Здесь могла быть сколь угодно сложная кривая, мы просто так вот по ней проходили, а считали бы количество точек пересечений все равно на цепи. Так, отлично. Итак, я пишу первое равенство. Каждое внешнее касательное дает две точки. Каждое внешнее касательное дает две точки. Каждое внутреннее касательное дает минус две точки. Только вот надо учесть, что не все касательные при этом учитываются, значит, вот какую-нибудь, я не знаю, там, звездочку, да? Минус еще. А? Минусик около того. Минусик, конечно, да. Вот, давайте вот так вот. Ну, нет, это не штришок, а давайте звездочку. Итак, ребят, на самом деле, эта картинка плохая. Эта картинка плохая тем, что я не учел, что у наших кривых может быть точка пересечения. Давайте обратимся вот к этой картинке. Смотрите как. Начали с такого луча. Меня сейчас все понимают? Да. Нужно максимум внимания, потому что доказательство все закончится совсем скоро. Итак, здесь было 0 пересечений. Двигались. Здесь добавились 2 пересечения. Все время 2 пересечения, 2 пересечения. А вот теперь посмотрите, пожалуйста, что происходит в этот момент. Вот здесь было пересечение, здесь было пересечение. А когда мы пройдем через эту точку, что произойдет? На единицу уменьшится. На единицу уменьшится. Ребята, поэтому на самом деле вот такое равенство. Вот такое равенство. Итак, вот оно, первое равенство. А теперь я говорю следующее. Фонарик можно перевесить со лба на затылок. Что тогда произойдет? Тогда вы смотрите вначале не сюда, а наоборот вот сюда. Понимаете, где? Да. И дальше начинаем двигаться. И, ребята, замечательная вещь. То, что у вас было со спиной, когда фонарик светил вперед, теперь у вас наоборот будет освещать фонарик. И то, что фонарик освещал, когда он был вперед, теперь прекратил освещать. Поэтому вы делаете такой же оборот, ну, математики говорят, поменяем направление обхода кривой, да? То есть идея такая, фонарик просто перевесим со лба, движение такое же, осветить будем наоборот назад. И получаем второе равенство. Второе равенство такое. Давайте я здесь без ручки поставлю. Это те прямые, которые не были учтены, когда мы светили в эту сторону. А точки пересечения по-прежнему те же самые. И теперь нужно сложить эти две строчки. Получится 2D плюс, потому что любая касательная была учтена либо при первом, либо при втором движении, причем ровно один раз. Минус 2t минус, минус 2t равно 0, потому что здесь было d, здесь было d. Разделим на 2, получим, собственно говоря, то, что нужно. Теорема Фабрициуса Пюре доказана. Сумма вот этих чисел, это в точности вот это число. А сумма вот этих чисел, это в точности вот это число. Потому что каждая картинка, вот когда у вас есть касание, то когда вы смотрите сюда, она учитывает, вот эта точка не учитывалась. Когда вы смотрите сюда, она учитывалась. Вот это единственное, что здесь важно. Так, ну что, господа, разбираемся, поняли или нет? Это была первая часть лекции. Вот я доказал первую теорему. Поняли или не поняли? Да, поняли. Поняли. Отлично.